Всем привет! Продолжаются мои реакции на ваши заявки. Я просто случайно открыла YouTube и увидела, что на Гаку 50 минут назад вышла песня Not 91. Но я так понимаю, что это конкретно тот кавер, который они исполнили для Рафаэлки. О! Чуть сердце не выскочило. Я решила посмотреть просто, что там дальше. А там оказался Алем. В красном. Так, все. Я думала, что это просто как... Не знаю. Так, тихо. Держи себя в руках. Подумаешь, 91. Что такого? Да, держись. Так, короче, 91 выпустили какой-то... Визуал какой-то. Так, все, ничего не знаем. Пойдем смотреть. Я хотела вообще сделать реакцию на последний комментарий, который мне сделали. Кешью заказали. Кешик Тинсен на концерте 2022 YouTube канал. Ну, так как я увидела на диван, у меня сразу все мозги перепутались. 142 лайка всего. Просмотрено 555 просмотров 51 минут назад. Ну что, погнали. Посмотрим на мальчика. Раз, два, три. Это с того самого альбома. Подождите, мне не нравится качество. Какое раз, два, три, когда качество не нравится? Где автонастройка? Блин, стоит хорошая. Какого черта? Раз, два, три. А, вот сейчас красивая. Вот, как раз-таки тот альбом с кавером. Красно-белым. Типа такой рафаэловский, да? Оба побрились, все. В армию что ли собрались, блин? Ракурсе. Такой зеркальный. Вот мы ждем от них клипов, да, очень много прям ждем с нетерпением. Они вот выпускают нам такую вот, не знаю, заманушку какую-то, легкую, коротенькую, блин, на две минутки, чтобы мы полюбовались их личиками, что они еще живы вообще, блин. Просто обычно выходят лирик-видео, где мы их вообще не видим. Это так обидно, досадно, но ладно. Беда, печаль, тоска. А мы скучаем по ним, между прочим. Даже в Телеграме в последнее время мало от них новостей каких-то. Ну, наверное, отмечали свои днюшки все почти... У половины участников в феврале день рождения был, поэтому все, наверное, отмечали. Я, кстати, в этот раз пропустила даже день рождения своего любимого Дунхуна из Ace. У него тоже было в феврале. 28 февраля у меня был день рождения, сегодня 2 марта. Я такая просто... А? Хорошо. Вот такая вот... Вот если бы я была его женой, я была бы очень хреновой женой, потому что я очень поздравила вообще, слава совсем.
Я, в принципе, мало кого поздравляю, только родители поздравляю. Они у меня тоже февральские, если что. И тоже день рождения соответствует Алему. Моей мамы в день рождения Алема. Точнее, день рождения Алема в день рождения моей мамы. Она его постарше будет все-таки. Алем решил родиться в день рождения моей мамы, вот. Так что, только чуть-чуть попозже, лет так на цать. Вот. Да. Хорошо, посмотрела реакцию на Кешу. На диван тут просто нагло вторглись в мое личное пространство. Негодяи. Песня лиричная такая, я так понимаю, что она была выпущена к 14 февраля, так называемый День всех влюбленных. Я этот праздник не отмечаю, для меня он, в принципе, не существует, потому что я язычница. В общем, да. Поэтому я к этому празднику отношусь, знаете, так, скептицизмом. Потому что я знаю его предысторию. Всем пока.